Рада приветствовать вас на своем канале. И мы продолжаем моделировку формы с работая с натуральной темперой. И мы сейчас еще будем вот делать высветление на лике, чтобы наша форма была более объемной. И я вот беру просто чистые белила и с таким довольно-таки большим количеством яичной эмульсии. Вот здесь я прямо, как вы видели, я просто взяла чистой эмульсии и добавила. Для тех, кто меня смотрит впервые, я хочу сказать, что это учебные работы, и мы здесь работаем, используя бумагу. И вот мы сделали высветление, и потом мы так берем. То есть я взяла, положила красочку. Краска – это поливинилоцетатная темпера с добавлением яичной эмульсии. Потом я взяла, добавила еще просто яичной эмульсии, вот так вот, и взяла на кисть воды, и вот чистой водичкой я увожу это к краям. Но я чуть-чуть не дохожу до самого края, чтобы можно было работать с соседним слоем. Потому что если я доведу это совсем до края, то вы же понимаете, что у нас получится затекание краски в соседний слой. Вот. Как вы видите, вот те темные такие коричневые линии у нас уже почти не видны на работе. Вот я опять, посмотрите, обратите внимание, я взяла краску, потом я сейчас взяла просто чистую эмульсию яичную. Вот видите, просто чистая эмульсия. И вот такие эффекты, вот, получаются очень красивые, их легко сделать именно с добавлением вот этой такой неразбавленной яичной эмульсии. Получается очень нежное сплавление и очень нежные переходы от цвета в цвет. Мы потом позже мы еще будем работать там с румянами. И я уже делала неоднократно объявление, что скоро на канале я буду показывать творческий процесс над своими уже просто творческими работами, где я буду работать натуральной темперой на доске. Я имею в виду, доска не грунтованная, а вот просто с текстурой дерева. Это очень интересно. Возможно, вас тоже это на что-то вдохновит, и вы попробуйте. Здесь тоже я оставляю такую тоненькую полосочку, не доходя до самого края изображения. И еще такой получается эффект, что яичная эмульсия, вот желтизна желтка, она также нам дает свой колорит.
То есть вот уже в процессе письма у нас создается такой теплый, золотистый, мягкий колорит. Здесь я не совсем согласна с прорезью, но я уже и подчиняюсь, потому что я делала это вам просто вот как для образца, я не углублялась в какие-то пластические вещи здесь, ну, я вот просто вот уже делаю по прорези и стараюсь в этих пределах работать. Так я сейчас вот сделаю еще эту часть волос, а потом я перейду опять. То есть я здесь также вот чуть-чуть вот трону. Здесь можно, например, уже просто... Так, я работала без микрофона, теперь я не знаю, слышно было или нет. Я записала все то, что я говорила. Сейчас вот увидела, подключила микрофон. Сейчас вот эти волоски я уже делаю. Я желток, вернее, я яичную эмульсию разбавила с водичкой. Видите, здесь у меня немножко вот начало выходить за пределы. Я его кисти вымокнула и... И я белил, стараюсь здесь дать немножко меньше. Вот. Здесь очень важен опыт работы, потому что вот такая многослойная техника, она предполагает некоторые навыки и знания вот работы с определенным вот материалом таким. И поэтому очень важно, это просто опыт ваш личный опыт, потому что когда вы будете это делать, вы будете чувствовать вот это количество воды, количество краски, количество яичной эмульсии. Вы просто будете уже все это понимать на уровне подсознания, я так думаю. И делать многие вещи автоматически, не задумываясь, потому что мы так устроены, что навыки наши нам... помогают. Понимаете, это способ письма, как я уже говорила неоднократно, он довольно-таки сложный. Он предполагает большие затраты времени и определенное мастерство, но это того стоит вот по конечному результату, потому что
Здесь нет вот этой грубости такой, когда мы закрашиваем просто мазками с санкири, там делаем такими грубыми мазками. Такие иконы, они немножко, ну, другого плана, поэтому вы смотрите уже, что вам больше откликается, потому что иногда мы хотим достичь быстрых результатов, и из-за этого у нас часто страдает, конечно же, качество. Здесь я добавляю немножко так белил, потому что, в общем, глазницы будут в тени, но они опять-таки будут еще у нас прикрываться, но когда мы их прокроем прозрачным слоем охры, они уже будут у нас просвечивать сквозь слой. Здесь тоже я беру такую буквально прозрачную краску. Немножко-немножко белил и яичная эмульсия. Здесь я немножко трону так, чтобы придать форму уху. И здесь немножко трону. Кстати, здесь в рисунке тоже прослеживается обратная перспектива, потому что дальнее ухо у нас больше как бы вывернуто на нас, ну, в плоскости, чем ближнее. И ближнее край головы больше срезан. То есть вот в этом здесь у нас проявляется обратная перспектива. Здесь у нас горбинка, мы сюда добавляем света. Вот здесь носик у нас тоже, вот это кончик носа, мы тоже больше добавляем сюда света. И сейчас снова мы делаем такую растяжечку за счет воды с добавлением яичной эмульсии. Я стараюсь вам рассказывать все очень подробно, потому что я сейчас просто хочу с вами поделиться своим опытом. Мне интересно, чтобы те знания, которые есть у меня, были бы и у вас. Так. Здесь у нас вот попадает свет. Ну, здесь вот я уже говорила, специфический лик по своему, вот именно по своему рисунку. И вот видите, как вот форма интересно здесь. Щека так идет. Тоже специфически. Вот эти вот все наши растяжечки, то есть то, что мы называем плави, здесь это вот именно вот такая техника, это и есть плави. Потому что мы очень нежно сплавляем цвета, а не когда мы просто растягиваем, потому что некоторые показывают
полусухой кистью размазывают и говорят, что это плавь. Нет, плавь – это когда мы плавим. То есть, ну, уже как бы само слово говорит о себе. Просто сейчас я немножко имею времени, у меня несколько дней выходных, и я снимаю для вас ряд видео, которые мне, конечно, нужно будет еще вот редактировать и опубликовать, описать, выставить. Поэтому у меня не все получается так вот быстро, и я понимаю, что иногда вы бы хотели посмотреть скорее продолжение, но так уж получается. Если где-то у нас краска может перетекать вот в другую плоскость, то нам нужно просто кисть так вымокнуть, чтобы она могла как бы подтереть эту красочку аккуратно. Вот смысл такой техники темперной в том, что чем больше у нас вот этих слоев, которые перекрывают друг друга, снова мы их повторяем, вот кажется иногда, что даже в чем-то это бессмысленно, но позже мы видим, что получается очень интересный и красивый результат именно технически. Уже вот просто само то, что эту красочку можно так вот нежно-нежно вот свести на нет, перекрыть, так плавить, это доставляет просто огромное удовольствие в процессе работы.
можете просто вот для себя попробовать повторить за мной. Я уверена, что вам очень это понравится, и вы многому научитесь. Потому что это тоже очень важно, когда вы видите, как происходит процесс, и подробно вам во время работы все это и видно, и я стараюсь и рассказать все, что могу. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, я всегда отвечаю. Если не сразу, то когда у меня есть свободное время, то я в любом случае в обязательном порядке всегда отвечаю. У меня единственное, что я как-то заметила, что у меня был комментарий, но он почему-то у меня... То есть он... Мне пришло сообщение на почту, что у меня есть комментарий, но я его почему-то не видела у себя под видео, а потом я где-то его все-таки нашла, но я не могла ответить, я не знаю, что там такое технически было. Может, что-то в настройках, я просто не знаю. Ну, в общем, как бы, когда все нормально, то я общаюсь и отвечаю на комментарии. Кроме того, у меня есть группа в Фейсбуке. У меня даже, по-моему, две группы есть там. Просто у меня одна. Ну, в общем, рабочая группа у меня будет одна. Там я ссылочки дам на нее. Я просто думаю, что когда-то, когда будет у нас сформируется какое-то сообщество, мы сможем там выкладывать работы. Я могу проводить консультации, подсказывать вам что-либо по ведению работы. Вот. У меня была группа в ВКонтакте, но у меня взломали страницу, там начали оттуда спамить, какие-то сделали какую-то группу знакомств, поэтому если где-то я в видео говорила о группе ВКонтакте, то у меня уже ее нет. Вот сейчас здесь тоже на одежде я так немножко взяла белила с эмульсией и водички добавила довольно-таки большое количество. И где-то вот я могу сплавить какие-то складочки, чтобы они смотрелись более обобщенно. То есть, ну вот, например, эта складочка, она уже будет как одна складочка. Это будет другая у нас складочка.
Вот, спасибо всем за внимание. Всего хорошего и до новых встреч. На этом я заканчиваю свое видео. И до следующей встречи.